Здравствуйте! Рынок Казахстана имеет потребность в огурцах-корнишонах, плоды которые имеют длину 12-14 см и диаметр 3-3,5 см. С массы плода 130-150 граммов. Они должны обладать цилиндрической формой, выраженным бугорчатостью, по всей длине темно-зеленым цветом и с блеском, без светлых полос. Для обеспечения впечатляющего урожая нам необходим гибрид развитой кормовой системы и мощной силой роста, которая обеспечивает высокие урожайные показатели, демонстрирует устойчивость к множеству болезней. Севелин F1. Преимущества этого гибрида просто потрясающие. Благодаря его мощной силе роста и стабильной завязываемости он идеально подходит для выращивания в пленочных теплицах. Плоды севелина не бочкуются при перерастании, обладают высокой послеуборочной сохранностью. Они также выдерживают длительную транспортировку.